Владельцы и работники банкетных залов и ресторанов снова вышли на акцию протеста. Люди просят, чтобы власть наконец-то разрешила им работать, начать зарабатывать на жизнь. Нам очень тяжело. Мы хотим, чтобы нам дали возможность зарабатывать. Не существовать в этой жизни. У нас даже на существование средств уже нет. Мы просто выживаем. На сегодняшний день мы просто выживаем все. По словам собравшихся, они уже не знают, в какие инстанции им обращаться и от кого получать разъяснения по данной ситуации. Представители власти не называют даже приблизительную дату снятия ограничений. Хотела бы сказать от имени поваров и, наверное, части официантов, потому что больше половины народу, которые работают в этой структуре, в ресторанном бизнесе, в банкетных залах, в кафе, базы отдыха, разницы нет абсолютно. Они практически все не от хорошей жизни пошли на такой тяжелый труд. Работать официанткой, поваром, техничкой, посудницей. Мы, получается, вот 4 месяца, это точно мы ни рубля не зарабатываем. Больше половины семей, у кого дети-сироты, где нет одного родителя. У меня у самой муж после инсульта, 3 детей, которых нужно кормить каждый день. Тем временем, опыт работы первых 10 ресторанов, открытых в Махачкале в рамках снятия режима ограничения, показал положительный результат. Однако, по словам рестораторов, непонятно, почему остальные общественные заведения не могут начать функционировать. Соответствующие структуры не дают четкого ответа на этот вопрос и ссылаются на правительство республики. Мы хотели просто узнать, когда нам дадут разрешение, чтобы я четко могла сказать, какого числа есть возможность людям проводить свадьбу. Потому что на самом деле очень большое количество людей, 80% населения работает в свадебной индустрии. Это и повара, и официанты, и певцы, и фотографы, и видеографы. То есть огромное количество людей, которые остались без работы. Мы все на самом деле готовы соблюдать все нормы, все, что нам скажет Роспотребнадзор. Мы обязуемся выполнять все эти обязанности, все эти нормы для того, чтобы все было хорошо, чтобы каждый... Мы тоже хотим, чтобы все были здоровы и счастливы.